Всем привет, меня зовут Максим, на канал GG Family. Продолжаем WWE 2019. У нас SmackDown, как и обещал, совсем скоро. Вот он уже, в принципе, и начинается. У нас тактим матча 2 на 2. Блин, и придется драться за этих придурков, за Русева и Джонни Инглиш или что-то такое там. В общем, против нас будет Мисс и Джон Сина. Его жена и его прихвостень, как я говорил уже в предыдущей серии на Ро. Так, ну я готов. Постараемся что-нибудь сделать. В принципе, Сина давненько уже не выигрывал, так что... Возможность есть, что мы сможем победить, сможем затащить. Пролистнул, посмотрел, какие бои. Вот, смотрите. Это кто вот? Джонни Инглиш, или как его там? Только что посмотрел и забыл, как его зовут. В общем, посмотрел всего один талк-шоу на этом шоу, а боев будет штук, наверное, 7 или 6 точно. What day is today? Какой день сегодня? That's right, you sing it loud and proud, ladies and gentlemen, today is... Вы правы, Русев, дамы и господа, день. Сегодня Русев день. Русев дей. Где сам? Ну что там, Русев пачка, Русев хуячка. Так, Русев Дэй. Как зовут-то второго? А, Эдди Инглиш. А я как его назвал? Смешно, да. Русев Дэй — это как у них команда, что ли? Или просто он говорит: сегодня мой день. Сегодня я буду тащить, буду побеждать, буду вот так вот колотить всех. Меня будет током бить. Смотрите, какая у меня борода, красивая, не правда ли? Ту-ту-ду-ту. Сейчас будет. Never give up. Ну, посмотрим. Never give up. Никогда не сдавайся, говорит нам Джон Сина. И в принципе он-то не сдается. Его просто частенько побеждают. Но это, наверное, не его проблемы. Он-то старается. Ну, что с него взять? Он же старенький совсем стал. Сколько лет уже выступает. Получает по мордасам. Неоднократный чемпион всех разновидностей, мастей, поясов и там, США, и ВВЕ, там, планеты, континента, всего что угодно. Много раз все получал, много раз все терял, вот, и бегает, постоянно раскидывает свою одежду, потом спустя 2 часа ходит по залу, ищет бейсболку, футболку. Ну, не знаю, зачем он так делает, наверное. Может быть, он типа: подержите или постирайте, то есть потел, пока я дерусь, постирайте, я потом заберу, будет все отлично, будет все хорошо. Ну ладно, это все шуточки, да, прибауточки. Так, и его напарником будет Мисс, которого я вообще, да, ненавижу, не люблю. Позер, который толком ничего не может, ну тоже он там что-то получал в свое время. Асом. Типа... великолепный, неподражаемый The Miz с Марусей. А вроде бы с Марусей было написано, я что-то так мельком прочитал. Может быть, Маруся, может не Маруся, конечно, но я тоже рестлер.
Помню, как он снялся в фильме в каком-то. И ходил потом, понтовался этим так долго-долго, так усердно. Фильм-то, как обычно, говно. Блин, не помню, как же эта серия фильмов называется. В одной части там Сина снимался. Ну, короче, это именно WWE Universe снимает. Ну, сами понимаете, какой там сюжет. Хотя, может быть, я и не знаю, я на самом деле не смотрел. А, Морпех вроде бы называется. Если я не ошибаюсь. В общем, если я прав, то напишите в комментариях. Если не прав, тоже поправьте меня в комментариях. И, может быть, я не прав, что говорю, что фильм говно. Может быть, это самый лучший фильм в истории. Но я вот так вот. Опачки, пробуем. Да какие? Вы чё? Все кричат Сина. Но я ему даю понюхать свои подгузники. Ну не подгузники, но вы мне поняли. Кого? В смысле ты поменялся? Когда ты успел? Вот это поворот. Вот это нежданчик. Так, не надо свое говно на меня счищать. Что, не успел? Отлично. Вот это было неплохо. Ты куда пошел? Синий тогда можно тащить. Айден Инглиш. А я как только его не называл сегодня, а? Как только не называл, но правильно ни разу не называл. Энди Хиренди. Так, в угол. Пора тебя поставить в угол. И попробуем сейчас. Да, отлично. Получилось. Замечательно. Неплохо. Куда ты? Не. Успокойся. Никакой смены. Опачки. Что началось-то? Низич. Лично. Сина пока отдохнет. Мы помучим Миза. Was in Natalya and Carmella's corner. Ooh, nasty impact. I think only a group as treacherous as the Welcoming Committee could bring Becky Lynch and Charlotte Flair back together. Natalya's power set the tone for the match and gave her team an advantage. That was until Carmella's overconfidence let the Irish last kicker turn the tide and get back into the match. And then it was elementary from there for the Irish-born superstar. Naomi did an excellent job of making sure any quote-unquote committee nonsense comes to the match. Once Becky Lynch got Carmella locked in the disarmor, there was nothing for the Staten Island princess to do but to tap out. And it didn't take long for that to happen. Let's say you found yourself on the other side of the ring against the A-lister. What would your strategy be, Corey? Well, The Miz has a lot of tricks up his sleeve and has a deep repertoire of moves. If you happen to have a size advantage on Miz, you have to use your power to knock him silly before he hatches any of his plans. Так, вставай. Going back to my awesome strategy against The Miz, the few opponents who have given him real trouble are WWE's strongest competitors like John Cena and Roman Reigns. When they can hit harder, they've been able to defeat The Miz. The skull-crushing finale is a pretty devastating move. But if you've got something bigger, like, say, a spear or an attitude adjustment, it's all about setting up your big move before The Miz does his.
Какой стул там появился, я что-то не понял. Синий, как обычно, достается ни за что, ни про что. Куда ты полез? Так, передаем так. Можно Сину еще раз вырубить. Бедный Джон Сина. Прям, ну, ни за что. И просто из-за того, что ему не повезло с этим ублюдком в одну. Так, судья, да, убери эту херню. Тебе это не надо. Ау. Вот это нехорошо. Опачки, опачки, надо реверснуть. Надо реверснуть, по-любому. Спасай, Русев. Русев, спасай. Отлично, ладно. Я сам. Тебя же не дождешься. Ух. Надо Миза отсюда уводить. Короче, добивай Миза, потому что Сина там еще. Так, ну это что такое? Я не понял. Ну-ка, пойдем-ка. Пробуем. Конечно же, не получится, нет. Нет. Да я не туда хотел, я хотел в угол. Ах, вот это да. Вот это я не думал об этом. С такой стороны. Айден Иглиш. Все, в отрубе. Посмотрите, Джон Сина, типа, мстя, да? Да, супер. Так, встаем, Джонни. Ой! Прости, судья. Ну реально, прости, я вообще не видел тебя. Ну как Маруся, ну ты Маруська, ты что вообще оборзела там? М? Маруся. For many years, members of the WWE Universe and the WWE locker room have felt that tag team matches should have two referees. Отлично. One referee is in the ring overseeing the action, and the other on the floor, making sure teams follow the rules and do not engage in potentially damaging behavior. I think that's a good idea. Замечательно. Perhaps Mr. McMahon might want to consider. Так, что там, 4, да, уже? Сейчас еще немножечко. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
Уже 8. Уже 9. Что, серьезно, не успеет? Ну, я, блин, я хотел по-другому немножко. Ну, ладно. Ну, эти подлецы такие, Русик, с этим, с Инглишем. Я не знаю, на самом деле. То они могли бы так победить. Они могли, да, вот, хитростью там. Подлостью. Так что. Ну, если бы, на самом деле, там, Маруська не мешала нам, было бы все по-другому. Так что, я думаю, все по чесноку. Legendary performance.
Так что все честно. Все честно, все нормально. Rusev Day. Следующий матч. Следующий. Кто у нас там? Я уже забыл. Но я думаю, нам сейчас игра напомнит. А, Кармелла против AJ... А, Пейдж ее просто же, да? Да. С кем-то я ее хотел перепутать, но не перепутал, так что все нормально. Кармелита выходит к нам. Кармелла. Чё там, принцесса стайла? Стиля? Ага. Прикольная девчонка, прикольная. Ну и выпуски у нее такие неплохие. Ну, это, конечно, игра, но вживую там все то же самое. И Пейдж. Посмотрите, кто это. Пейдж. Наша готическая девочка. Нравится мне ее поединки. Я, знаете, за нее, наверное, болею. Но хотя нет. Кармелка тоже хороша. Так, не кричи раньше времени, женщина. Все, успокойся. Вот знаете, карате учат. Ну, для чего они вообще говорят? Кия. Что? Что-то? Что ты говоришь? Это же все для того, чтобы, ну, как бы, ты... Во время удара ты должен делать выдох. Но легче научить тебя говорить кия. На кия ты же тоже выдыхаешь. Окей, давайте. Давайте будем. Будем пробовать. А вот это да. Вот это я пробежался так нехиленько. Лично. Пощем. Вампиреныш ты наш маленький, а? All measured up. Really targeting the back on that one. Клоузлайн, вот это да. Вот это было четко. Ты в угол? Ой, как хорошо-то, а? Оу, не-не-не-не-не. Нежданчик. Снова нежданчик. Оу. Великолепная пауэрбомб в исполнении Пейдж. Но не, на, рановато. Изи. В смысле не нажал? Отлично. Да что ты постоянно уходишь, ты слышишь? Тебе не кажется, что это немножко некрасиво? Ну где? Не-не-не, все. Бля, не успел отменить. Теперь получаю сам по щам. Вот это разменчик, вот это разменчик. Ау. Эй,
Кармелита. Не-не-не, ты чё, ты чё творишь? Вернись. А, охренеть. Да ну почему ты не попала? Скажи мне, пожалуйста. Лично. Чуть-чуть устал. Устала девочка наша. Клоузлайн. She's definitely slowing down here a bit, but that doesn't mean it's the end of the road for her. Not by a long shot. Так. Да ну хорош. И не успел, да? И не успел. Отлично. Реверснул, даже не заметил как. О, это было хорошо. Вырывание бровей. О-па-па. Да, сейчас будет опасно. Но если получится, будет хорошо. О! Ты серьезно не допрыгнула? Ну да, понятно. Harsh impact. And she's knocked off her feet. I think that one caught her by surprise, Michael. Ooh. A high risk maneuver that works from that top. Так, я думаю, теперь у нас все долетит, все получится. Попка! Отлично. Туз, трис, нет. Не получилось, не получилось. Окей. 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 Оу. Не-не-не-не-не-не. Отлично. Считай, 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 считай. Раз. Два. Три. Отлично. Блин. Красота. Красота вышла. Конечно, коротенький бой, но, блин. Прям отлично. Кто победил? Я победил. Кармелитка. Но только как она не долетела своей попкой, прям... это было очень-очень больно. Тут попало. Прям четко. Отличная такая поза, прям замечательная. Ай, красавица твоя-то, что творит, что творит? Не, брекет не будем. Все получилось у нас очень и очень хорошо. Так, смотрим, кто у нас. Давайте делаем экзит. Скорее всего, сейчас закончим. Я точно хочу просто посчитать, сколько там еще боев. Насколько делить смакдаун? Так, дальше у нас раз, два, три и четыре. Блин, давайте, ладно. Где, кто? Еще, еще один проведем. Поединок. Как раз минут 15 выйдет там на 30 там минуточек с копейками. Блин, ну Эрик Янг и Сезаро. Блин, Сезаро сейчас нам всыпет, по самое не хочу. Я уже неоднократно говорил, что он очень сильный. Он вот своими зажимами, прожимами. Кстати, надо будет пропустить, если Сезаро будет выходить под командную эту. Так, песенку Шеймуса, надо будет это пропускать все, потому что на нее почему-то единственный ролик, единственная музыка, на которую приходит АП на Ютубе, это вот именно она. Эрик Ян.
Да-да-да, Эрик Кен. Блин, неоднократно мы за него дрались и против него, кажется, дрались. Но что-то как-то не удавалось нам за него победить ни разу. Но в основном в командных там было у нас все. Ну, как-то... Прям чуть-чуть не хватало нам. Прям самый кропарик. Мастер манипуляций. The maestro of mayhem is a master of mind games and manipulation. Guys, am I the only one a little uncomfortable that Eric Young is coming out here? Well, you should be, because he vowed to turn your happiness into havoc when he heard your commentary. Let's be honest, don't tell him I said this, but the guy's nuts. Actually, I'd like to see what happens. Okay. This man, Eric Young, brings a whole new meaning to marching to the beat of your own drummer. Я вот правда, в этого чувака я вообще не знаю, не в курсе, кто такой. Допивайся, не пить. Без понятия. На что он способен на самом деле. А нет, смотрите, он под свою стандартную выходит мелодию. Или нет? А нет. Главное, чтобы вот не показывали картинки эти нам все. Ну их вроде бы не показывали. Так, все, пропуск. Ладно, нельзя это смотреть. Чтобы я потом не парился, не вырезал. Так, а почему я не с той стороны? Братья Уса? Зачем? Типа, я тут посижу так, понаблюдаю за вами. Как бы вам, пацаны, мешать-то я не буду. Даже и не хотел. Все, я готов. Можно драться. You can feel the electricity running through this Oops. Arena. This is going to be some battle. One-on-one. Mano-a-mano. Отлично! Красивенько было. По щам. Если нам получится сейчас победить Сезаро, это будет прям... Ну вот, видите, но... Отлично! Нет? Да. Пока все выходит хорошо. Вот это было больно. Вот он делает постоянно. Не успел сбежать. Отлично. Замечательно. Guys, there is reaching for the figurative brass ring in the WWE, and then there's taking it. Cesaro is a superstar who has always been on the cusp of going to the next level. Fans still sense an untapped potential. Конечно, не пауэрбомб, но тоже неплохо. Elbow drop with authority. Ты же не допрыгнешь, дурачок. О, блин, вот эти звуки, я не знаю, к чему они. Тут звуки как будто кости ломаются. Иногда. Упс. Не попал. Не успел. Ну, да почему? Я же... He's not looking like himself here. Yikes. He's going to want to make sure this doesn't snowball out of control. I wouldn't call for the medics just yet, Cole. He still appears to be in pretty good shape. The good news for him is that he doesn't appear to have taken too much offense up to this point, but that can obviously all change here. Ну, конечно. Не так-то все и легко. Получится? Нет? Смотри-ка, ну-ка, еще. Блин. Отлично. Ай, замечательно.
по щечлу. Залезь, пожалуйста, на третий канат. О, красавчик, молодец, давай. Давай, покажем, как мы умеем летать. Отлично. Пробуем удержать. И, конечно же, нет. Ну, окей. Так. Ай, замечательно. И клоузлайн. Отлично. Так, надо его, короче, дубасить сейчас по, вообще по-всякому. Встаем. У него нет реверса. Можно пока отыграться немножечко. Отлично. Все, у него реверс. У него реверс. А у меня кое-что есть для тебя. Считай. Раз. Два. Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Все, сил нету. Сил нету, у меня нет, у него нету. Так, как ты делаешь это, а? Скажи мне, пожалуйста. С канатов там. Ну, вряд ли, конечно. Боюсь прыгать. Блин, сигнатура была, а я не то нажал. Ладно, еще раз. Не-не-не, не так. Давай, давай, давай. Сигнатурка, сигнатурка, только сработай. У! Попал? Не, в смысле ты не попал? Ты дурной? Как ты мог не попасть? Отлично. Мне очень хочется за него победить. Очень-очень. Наказать Сезаро. Но я не могу попасть сейчас в кнопку. Выносливости то, что мало, и все. Мне ни хрена не получается. И слишком много реверсов у него накопилось. Нажал же. Так нажал же, ну какого хера? Просто вот, блять, что с компьютером происходит? Ну, блядь, рано. Ой-ой-ой. Просто собраться надо немножечко. Просто надо. О-о-о. Ну все. Ну все. Нажал! Ну куда? Куда? Куда ты, сволочь? Не-не-не, быстро, 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 быстро слез. Быстро слез, дебилоид. Ладно, он тоже не очень умный. Как у него делается? Ну, пробуем так. Раз. Два. Нет, конечно же нет. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Поздно. Лучше свалить. Да пошел ты нахуй. Отлично. Блин, реверс, да? Не-не-не, не надо реверс. Сигнатурка была? Вставай. Нет! Не-не-нет! Чувак, под меня-то... Меня-то подними, слышь? Эйт, найт, тен. Я не успеваю. Может быть, успею. Да не туда, дурак! Придурок конченый, а! Нахрен ты куда побежал?
Ой, обидно, обидно. Обидно. Блин, если бы он не реверснул. Так, я могу отбиться, да, от него? У меня фотолюха есть для него. Но если я не получу, только ни хрена, да? Ну, я жму. Да, блядь. Не-не-не, еще не все кончено. Отлично. Хочу фотолюху на нем. Хочу на нем фотолюху. Только как она делается? Никто этого не знает. Отлично. Ну ладно, хотя бы этому мы отомстили за наш проигрыш. Ну а кто ж знал, кто ж знал. Ладно, ребятки, на этом пока точно все. Увидимся в следующей серии на Смакдауне, на продолжении. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Пишите комментарии. Все в этом духе. На этом пока все. Всем пока. Пока.